Артыш Соян и Раджаб Раджабов стали обладателями звания чемпионов России по боксу, победив в весовых категориях до 49 килограммов и 81 килограмм соответственно. Уроженец Тувы Артыш Соян, представлявший Новосибирскую область, в финале нанес поражение Батуру Сагалуеву из Бурятии со счетом 5-0. Обладателями бронзовых медалей в разных весовых категориях стали Эдмонд Худаян, Доржо Роднаев, Георгий Кушеташвили и Артем Агеев. Чемпионат страны проходил в Грозном с 1 по 8 октября. 7 октября в Красноярске прошел краевой турнир на призы заслуженного мастера спорта России Заура Батаева среди юниоров. В соревнованиях приняли участие команды Хакасии, Бурятии, Красноярского края и Тувы. В копилке сборной нашей республики всего 11 медалей. На пьедестал весовой категории 50 килограммов поднялись все тувинские вольники. Чемпионом стал Сылдыс Аралди, на втором месте Айбелек Мангуш, третье место поделили Кандемир Чоду и Саин Хамушку. В других весовых категориях золотые медали также завоевали Чаян Мангуш и Саин Казырык. Второе место в копилку команды принес Чаян Седен, выступавший в весе 84 килограмма. Бронзовые медали выиграли Айхирел Аюн, Ирбиш Баранай, Оттук Бичеол и Ринчен Мангуш.